Мне без разницы до скольки. Побежали. К выходу встаньтесь. Дана на мне висела. Бежали. Я скажу, под босса надо будет встать. Подходим ближе к танку. На эту сторону перебегите. Друид, кто там, чтобы на танку все сошлось. Отойдите оттуда. А он огонь заползет за кем-то. Пять секунд. Ближе к боссу. Встаньте под босса. Тут один остался, этот начальник. Беги, малышка, беги. Обстрел за спину. Все встаньте. Огонь через 5 секунд. По туловищу сейчас встаньте все. Все под босс. А. Я тоже даун от обстрела, умер. Ну этот огонь, вон, херовый он. Он расползся, и там не было куда забежать. Может убрать Ршама обратно, я в ДЦ. Щитки вроде как получше должны быть. Тут щитки не абсорбят вроде. И только обстрел, и все. На второй. Огонь вроде не абсорбит, который он кидает. Там надо мастера ордовать. Да-да-да. Ну ты давно еще говорили, что тут ДЦ типа щитками не абсорбит от огня этого, который на второй фазе. Не, ну можно, можно попробовать, мне без разницы. У меня был ДЦ и хитбал, когда я его убивал. У кого-то есть джиз? У нас не будет тогда 3% хита. Хотя это такое...
А ты на четвертой по часовой или против будешь вести? Рыбу сейчас дам. Кому? Ты там прист. Я подбежал, да. Так а если фулл мили зона, вся в огне, да. Чё-то он не потушил ее. Там просто лужа была кривая, и она не тушилась. Изначально. Побежали. Гоню мили чуть отведите его. 15 секунд до тушения, 10. Стопните. Отбегите и стопните. Кто там умер? Добили и БР дали. СС Baby Warl дай этому дереву. Я дам. Кому дать СС-тром? Сами уже БР отдал. Отбежали. Бро, ты что там делаешь? Я побегу. Отбеги чуть подальше от огня. Чтобы он на тебя не перелез. 10 секунд до пламени. Так, ближе сюда встали, сейчас отбегаем отсюда сразу. Убежали. Все, рассоситесь и ближе к центру держитесь, чтобы вы успели забежать внутрь под босс, когда я скажу. 10 секунд. Забежали под босс. Долго. Беги, малышка, обстрел. Беги. Но он легкий сейчас, никто не должен умереть. Все, ближе под босса встаем. Хил. А что попрохил?
Эрдру был у нас. Можешь Геру дать на этой фазе и просто забить? Поставь ауру от огня. От огня, да. Я что-то не заметил. Лок, дай огурцы копать. Сейчас дам огурцы. Нет, да мы его точно убить должны. Я его до нерфа убивал, у нас слабее пати было. Тут, ну, нормальные гиры у всех. Люди другие. Бежим. Дайте там хэпалу Бэр, наверное, или что? У нас он умер сразу. Он возле, там где кнопка. Ну, почти что. Сейчас то уже на перефазе даст. Хил танка. Саньте в кучу и все, и стрим в одни. Но это ваншот. Да, ну Миш там пиздатый. Но мне кажется, что ну на Алгалоне вообще пиздец будет. Там же надо забежать в эти. Порталы. Порталы. И прохил там нужен тоже сильный.
А сколько у него хп сейчас? Я просто не играл давно. У Алгалона. Один слям. Baby World, дашь это СС на Эрдру. Прохил лок. Сейчас потушит и добиваем. Сразу к выходу все в крестик. Отбежали сразу отсюда, очень отбежали далеко. У меня КД на СС. Слышу. 12 секунд, хорошо. Сколько еще? Ого, 5 минут. Подбегите сюда. Блять. Пойди, уйди сюда на левую сторону к порталам. Пусть тут останется ДК только. Сюда-сюда, в эту сторону встаньте. Чтобы огонь на вас не перешел. На секунду следующего. Какого хуя? Все, подбежали под боссом, встали. Прохил фул дали и стоим под боссом. Отбежали. Там ракетка в мили-зоне, если что. Следующий пламя через 12 секунд. Беги, малышка, беги! Лазер. 5 секунд до пламени. Сейчас забежали. Выбежали. Оп. Мастер-аур на огонь можно будет дать. Фул прохил, да, не фул прохил. Ага. Сейчас еще огонь будет. Умер. Блин, зачем сдох, не, не надо было вставать? Так, кто у нас? У нас ДЦ упало и... Ладно, ну тут ДЦ не нужен. Сейчас уже будет, походу. Кого поднимать? Все, есть, кого поднимать? Есть у него, да. Так, ближе к звездочке встаньте. Лок, ты далеко просто. А я бегу. Видите бумботов? Отбегите чуть от танка. От головы отбегите, вон танк ловит бумбот и все. Сейчас огонь будет рассосаться, готовьтесь. Бежали. Этим АБ сильно не бьют, можете это, не ссать. Бумбот. Ой, бля. Сюда за звездочкой бегайте все.
перебежали. Вон бежим, бежим на то чистое поле. Бля, голова. Голова далеко, пиздец. Готовьтесь разбежаться. Отбежали. О, нормально. Все, от головы отбежали подальше, РДД и все другие. Чтоб бумбот вас не забежал. Возле меня стойте. Готовьтесь бежать. Бежим все дальше за звездочкой. О, бля. Этих сигнальных что-то дохуя, можешь залить пары. Бумбот, бумбот выбежал. Все, отбежали на там, где нет этой хуйни огня. Ой, блять. Да. Кто там лежит? Геру надо будет дать. На. Сразу от огня отбегать, сигнальные побегут его тушить и все. Я лежу. О, бля. Геру дайте, кто там? Жив, шаман. Алло. Можете сигнальных добить там АОЕшками какими-то пару. Там двух-трех убейте, остальных оставьте. Заебанулся, нахуй, заебанулся. Обстрел. Вы тело надамажили больше, чем другие части. Вот, ну, типа ноги, серединку. Да мы могли убить его спокойно. Вы можете убить еще, если будете серединку бить. Но он тушит там, где огонь, по сути, огня перед нами не было. Это милишники могут убивать там лишних. Двух-трех оставьте, чтобы они были на последней фазе, чтобы огня не было. А милишники вам все равно нечего делать, по сути, на третьей. Отбивайте эти сигнальные бомбы. Как только огонь кинулся, вы должны сразу от него отбежать, потому что они побегут его тушить. СС-ов нет уже. И БР-ов. Не, у меня есть КД. Я кинул на дерево. Это твой КД, блядь. СС, нахуй. Где дерево? Дерево. Пока дерево. Не давай, все равно БР-а. Нет смысла. Thank you.
Отсчет времени до самоуничтожения начат. Самоуничтожение области. Жаль. Мины, смотрите там осторожно. Не умрите, кто-то возле. Беги, малышка, беги! Тушить через... Вот после этого будет тушить. Через 7 секунд. Можете бить. Все, сюда. Так, блин, что за хуйня с метками? Звездочку, все к выходу, прям под стенку встаньте. Выбегаем. Все, выбежали. Ну, наловчились, привыкли. Или родителям. 7 секунд, 6. Все, подбегаем. Сразу ушли. Далеко от пламени уйдите. И рассоситесь вокруг. И ближе к центру держитесь, чтобы вы смогли, успели добежать, если что. Шесть секунд, побежали. Забежали, забежали, все. Шаман, шаман, забеги. Блин. Я вижу. О, обстрел. Куда? А хули он не тушит? Бэр откатится нормально. Он не тушит. Прибегите там, где труп Бэби Варла. Кто там остался один? Пал. Восемь секунд до пламени. Подбегите на всякий, под босса. Может, не успею. А. Ну, я потом поменял, не успел уже. А на четвертой фазе милики вы можете бить все части тела, поэтому подбивайте ноги и серединку. РДД бьют вверх. Голову.
Огурцы возьмите все. Тыкните. Когда будет критичная хуйня, и не хит, вас нажимаете. Жаль. Все, от огня подальше отойдите, чтобы он долго рассасывался. Да, и не стойте в кучке, чтобы вас не кинул напалм. Да он, бля, бежит для меня, нахуй, я специально пошел. Умер кто-то, что ли? На секунду до тушения. Друид, прохилься, сейчас тебя сожжет. Все, добиваем, он тушит. И прям под стенку сюда, к Дживсу. Вон звездочка прыгает, сюда все забежали. Три, два, один, побежали. Отбежали от огня, чтобы танк поймал его. Далеко от огня отбегите. Подбежали к танку. Сюда. Отбежали. Бля, ну хуёво немного, ну, наверное. Все, рассосались в округе. Там, где красные пару людей, и тут, где вы стоите сейчас возле порталов. Десять секунд до пламени. Там есть возле стенки. Все, забежали под босса. Под боссом стоим все. Все-все-все в белую хуйню. Отбежали. Так, хилы вы сейчас там поймали немного. Говна. Да-да-да. Угу. Беги, малыш, обстрел, обстрел, беги. Все отбежали, отбежали, друид, друид. Ну умрешь сейчас. Ой, блядь, тоже. БР можно ему будет дать. Погоня, забежали под спину. Я не хватает хила. Жрите огурцы. Сейчас бомбу кинет. Я не вижу ее. Звездочки подбежали ближе. Прохильте фул в рейд. Я на 10 хп бегаю. Фу-фу-фу. Там еще 5 секунд, да. Побежали. Оба. Все, теперь подальше от огня держитесь вообще. Бумбот, бумбот. Бумбот. А, нормально. Милишники, видите, если больше 5 сигнальных, там, ну, больше 3 сигнальных, 2 убиваете. Еще бомбот. Огонь сейчас будет. Сейчас готовьтесь убежать далеко от огня. Бомбот. За звездочкой. Да. Дальше от огня отойди, Лок. Сейчас тебя потушат и все, пиздец тебе будет.
Бомбот бежит. Убили. Сейчас будет огонь, опять перебежим там, где его нет, там, где зеленый портал стоит. Убежали сразу. Далеко от огня отходите, чтобы вас не потушили эти сигнальные. Можете милишники бить сигнальных по чуть-чуть. Сейчас будет огонь, они сейчас к нам побегут, сразу убегайте от огня. Все, убежали. Также бежим туда, к кнопке. Быстрее, быстрее, быстрее. Они бегут уже. Не стойте тут. Бомбот. Все, добиваем голову и сигнальных убейте, там 3-4 штуки оставьте. Даже меньше, 2 оставьте, добивайте. Сигнальных не всех, оставьте там 2-3 штучки. Блять. Все, огонь. Отбегите сразу, сейчас сигнальный его потушит, нормально, отбежите, отбегите. Блять, поэтому... Забегите, забегите, сейчас будет пламя. Вот, отбегите, сейчас бомбы раскинет в мили-зоне, вот так вот тогда. Все, побежали. Там бомба синяя, видите? За звездочкой идите, да. Отбежали, отбежали, ракетки, ракетки. Прохильте, бля, Рома. Обстрел. Обстрел, бля. Сюда, 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 сюда. И все, и так вот сейчас возле спины побежите. Все. Перебежали, перебежали. Добейте там сигнального робота. Мы в ту пошли. Да. О. Шоковый удар, отбежали. Там голову больше надо. Так, я не вижу там по ХП. Ноги больше, наверное, надо. Огонь сейчас будет. Шоковый. Обстрел будет. Обстрел хороший, блядь. Не умрите, там кто-то. Милишники, что вы делаете, блядь? Вас сейчас сложит. Вы, блядь, нахуй троллите. Давайте голову, блядь. Серединку бейте. Тело, да. Туловище, блядь, сало иди. А все, пиздец, блядь. Бля. Кто там остался? Шаман, бей тело. Тело, тело, бейте. Милишники, кто там остался? Это пиздец. А там кто-то еще живой есть. А, там паладин. Беги, малыш, бля, ну вы прям на лазерный обстрел побежали.
что, там перерыв какой-то?
на портал кто-то. Бля, ну эта хуйня уже лишняя, бля, нахуя вы это поставили? Пиздец нахуй. Поставьте рыбу, бля, и уйдем отсюда, пожалуйста. Да, кто-то поставил. Цирк приехал. Не стойте только рядом, чтоб напал не кинул двоих. Прохильте Лока. А я на мини взорвался. Да я далеко от хилов был, блядь, и не посмотрел. Сейчас я встану, тут просто мина есть, я не хочу взорваться на ней еще раз. Это я убрал, может стать. Охуенно. Да, покурили, ну. Охуенная фраза, блядь. Это все паровозик, это все паровозик. Согласен, согласен.